Я хотел бы предложить свои низкие поклоны моему гуру Деву Нитхилу Правишну, что Пада Штатара Шитащима Адбхакти Шируб Сиханти Госвами Махараджу. Тысячи тысячи моих дандават пранамов, лотосные стопа моего гуру Дева. И также я хотел бы предложить мои смиренные поклоны Шикшагуру, моему Шикшагуру, Нитхилу Правишну Вишну Пада, что также чем отбачила Нараяна Госвами Махараджу, и также всем вайшнавам и вайшнаве, которые собрались сегодня, чтобы слушать Харикатху. Вчера мы слушали Анараджая, который дал хорошее наставление своему ученику Шивасадеву, и Бхакти Йоги, оно вот в этой шлоке перечисляется. Шри Ведавьяс, находясь в самаде, увидел все, как вот, например, как сериал вы смотрите по телевидению, эти картины все с духовного мира во Врадже, связанные с Кришной, он увидел о том, как Джива также находится в забвении, а так уже в служении Господу и имеет проблемы в этой жизни. До тех пор, пока тот, кто не совершает бхаджан, он не будет удовлетворен и никогда не освободится, не обретет истинное освобождение из этого мира. И он написал Шримад Бхагаватам Пурану. Когда Шри Вьясадев написал Шримад Бхагаватам Пурану, высочайшую Пурану, вот таким образом он распространил славу этого священного писания в этом мире. А он подумал, что мой сын Шукадев Госвами единственный, кто сможет распространить Шримад Бхагавата в этом мире. Но он убежал в лес. Он послал преданных, чтобы они поймали его, нашли. Но преданные ответили, когда пришли, почему? Потому что Шукадева Госвами, он сказал, кто отец, что это тело, как бы я совершенно не имею с этим ничего общего. И тогда вот этот шлока, который описывает красоту Кришны во Вриндаване, эту шлоку, которая объясняет Шримати Радхарани, которая произнесла Шримати Радхарани своих лотосных уст, объясняя красоту Кришны. Почему-то он не говорит, что это охотник, он говорит, что это был просто один из тех, кого он хотел послать, он дал им эту мантру, он шел просто, охотник, да, но он не упомянул, может, я знаю, что это, и он шел громко, цитировал эту мантру в лесу. А Шукадев Госвами, находясь, то, что он был полностью погружен в этого безличного брамана, он был настолько, он в этот момент он услышал эту шлоку о красоте Кришны. Когда Шукадев Госвами услышал его в самаде, они прервались, он открыл глаза. И Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами объясняет, что Кришна према, она настолько наполнена Анандой, блаженством. К
Коти, Брамант, тысячи, тысячи вселенных. Ананда Кришны, она красоты Кришны. Когда Брамаджи, он пришел вместо Джанака Махараджа, который являлся отцом Ситы Деви, когда он увидел Рама, он был настолько погружен в его красоту, он был настолько поражен, изумлен его красотой. В этот момент он оставил все эти Брама, эти размышления о Брама, и он полностью поменялся. И в этот момент, когда Сита Деви, она с самого детства, она играла, а Бол что такое, что с чем-то она играла, Бол, а? Это, наверное, этот лук, да. И поэтому Джанакариши, он такое условие поставил. Да, это лук, потому что он сказал, Бог, да. Почему? Потому что Джанака Махарадж знал, что только Шинараяна он может поднять этот лук. И поэтому он дал такое условие поставил, что тот, кто его поднимет, он станет мужем Ситы Деви. Еще другая история. Когда Сита убирала свой дом, когда она это делала, она приподняла этот лук, и чтобы там помыть, убрать под ним. И когда Рамаджи пришел в Джанакапури, Джанака Махарадж, он постоянно находился в этом нирвишешбраме, он все время был настолько погружен, но когда он увидел красоту Ширама, он все оставил, все эти видеобудхи, представления о нирвишешбраме, он полностью все обо всем забыл. Почему? Потому что Рамаджи, он просто похитил его сердце своей красотой. Его сердце всегда находился только Шри Рамаджи. Джанака Махарадж, он реализовал, что это необычная личность, это сам Шри Нараяна. Джанака Махарадж спросил Вишвамитру своего Гурудева. Джанака Махарадж, он из какой семьи? Джарата, как это? Джанака Махарадж, он реализовал, что когда он спросил о Шираме, он сказал, что он из Дашарата, его отец его Дашарат из этой семьи. И тогда Джанака Махарадж реализовал, что он обязательно, он сломает этот лук и женится на моей дочери. В этом заключается красота Рамаджи. Также Джанака Махарадж, он являлся Брахмагьяной. Это выражение, особое враджа-гопи Кришне, которое описывает красоту Кришны, еще когда Йога с вами в этот момент прервал размышления о безличном Браме и устремился на встречу Кришне. Если в этом стихе, который описывает неотразимую красоту Кришны, которая является очень особенной шлокой, в которой провозглашается красота Кришны, когда он возвращается из лесу, и у него за ухом этот цветочек, цветок карника.
И когда он входит во врач, покрытый пылью, гирлянда, которая украшает его грудь, она достигает его колен. И вот Шукадева Госвами, когда услышал эту шлоку, он спросил этого охотника, откуда ты взял эту шлоку? И тогда эта личность сказала, мой Гурудев дал мне. И тогда он рассказал всю историю, как Шивья Садев, он дал мне эту мантру, он сказал, что если ты будешь ее произносить, тогда ты очень много животных поймаешь. И тогда, но на самом деле он сказал, что ты поймаешь еще так же, он сказал, что ты поймаешь попугая. И в этот момент, когда Шукадев Госвами Сейчас мы слышали одну из шлок Упигиты о прекрасном Вриндаване. Он настолько прекрасен, и дома в Раджа, они настолько прекрасны. Кришна Васудевая, Кришна Нандана, Нанда Гопакума, Говинда Намо. Шукадев Госвами, он сказал, о, Кришна, у него также семья настолько замечательная. Для примера, если вы хотите, вы хотите выбрать юношу для вашей дочери, вначале вы хорошо изучите его, какими он качествами обладает. И когда родители будут уверены, что он очень хорошими качествами обладает, тогда они могут предложить ему быть в качестве, вот каковы качества Кришны. Раджабаси объясняют, о Кришна, иногда мы думаем, если бы ты был девушкой, мы даже не можем представить, сколько бы наши сыновей во Врадже, они бы сражались за тем, чтобы стать твоим возлюбленным мужем. Но Кришна, он настолько прекрасен, что он также похищает ум самого Камадева своей неотразимой красотой. Он выглядит как прекрасный юноша, но все далее родители, которые выбирают юношу для того, чтобы он стал мужем, они думают о том, сколько он зарабатывает, как он во Вриндаване имеется 1000 лакшми, которые подметают Вриндаван. Это место, где Лакшми, она совершает служение, она подметает Вриндаване, который сделан из Чинтамани, а деревья Калпавриксха — это деревья желания, которые исполняют все желания сердца. И третье качество, которое будут искать родители, его родословное. Если увидите, что юноша хорошие качества, и он зарабатывает хорошие деньги, но у него родители не очень хорошего поведения, то тогда возникнет вопрос. И какие же качества имеет Кришна? А качество Яшоды,
Она настолько милостлива, Ананда Махарадж. Он Ананда Махарадж. Он дарует блаженство также всем окружающим. И поэтому, когда какова же следующий вопрос, а какова это природа этого юноши? Может быть, он имеет плохие привычки, может, он пьет алкоголь, курит, всякие одурманящие средства употребляет. Может, и поэтому это важна природа этого юноши. Но какова природа Кришны? Она настолько привлекательна. Его природа настолько изумительна, самопутана, которая пришла, чтобы убить Кришну. Но что Кришна сделал? Вместо того, чтобы наказать ее, он ей даровал положение матери на Голоке. Шри Шукадева Госвами, когда услышал эту шлоку, где Кришна настолько милостливый, он даровал путани, демоница, которая хотела убить его, он поднял руки, и он стал восклицать, и он был очень счастлив. О, Кришна, он обладает всеми качествами. И Шри Шукадева Госвами вернулся к Шиве Садеве. Отец, он всегда обычно дает очень сладости, хорошие сладости. Он не старается дать что-то горькое. И Шиве Ясадев, он даровал эту сладчайшую Шримад Бхагаватам Пурану Шри Шукадева Госвами. И Шри Шукадева Госвами, он обрел все духовные знания Шримад Бхагаватама Шиве Ясадева. В чем заключается важность и особое качество Шри Шукадева Госвами? Кто является истинным повествователем Шримад Бхагаватам? Шри Шукадева Госвами, который был седал Брамагьяни. На самом деле он является самим попугаем Шримати Радхарани. А кто слушает Шримад Бхагаватам Парикшит Махарадж, он тоже необычный слушатель. Сейчас я хотела бы рассказать историю из Махабхараты. Когда война произошла, только Дурьодана, он остался на стороне Кауравов уже в конце Махабхараты. И когда Дурьодана, он пошел к своей матери Гандхаре и сказал: «О, моя мама, сегодня последнее сражение. Пожалуйста, даруй мне благословение, чтобы я выиграл это сражение». И тогда его мама ответила Гандхаре: «А я не являюсь преданной, она являлась преданной Шиваджи. С того момента, когда она покрыла повязкой свои глаза, она ничего не видела, и она обрела очень много могущества». Он сказал: «Пойди омойся в Ямуне и явись передо мной после того, когда ты примешь омовение. И я тебе дарую этот могущественный взгляд, твое тело, оно станет очень сильным, никто не сможет тебя победить». Дурьодана, он уже был готов пойти, он пошел, чтобы принять омовение. В этот момент Кунти, прежде войны, Махабхарата, у нее было 5 пандавов, сыновей, которые также пришли к Кришне. Она сказала: «Я даю тебе моих 5 сыновей, пожалуйста, сохрани их». И тогда Кришна сказал: «Я спасу их, не волнуйся». Кришна сказал: «О, Кунти моя, я тебе обещаю, что никто не доставит им ничего, никаких неприятностей». Это были слова Кришны. Кришна знал, что Дурьодана, что он обретет большое могущество, если его мама взглянет на него. И когда на пути Дурьодана шел, это было темновато.
Может быть, нет, это было где-то в 4 часа, еще не было достаточно светло. Он был такой счастливый, что подумал о том, что он обретет могущество, и в этот Кришна момент встретил его. И он был удивлен, почему-то Кришна вдруг попал мне навстречу. И тогда Кришна спросил о Дурьодана: ты что, маленький или ребенок? Почему ты такой обнаженный и почему ты идешь на приним? Кришна, он начал немного влиять на его умонастроение и менять его. Он сказал, он взял этот банановый лист и покрыл свою эту нижнюю часть, он покрыл, потому что мама сказала, что он должен быть обнаженным. И он взял банановый лист и он покрыл свое тело вот внизу, и он предстал пред своей матерью. И когда мама, она открыла повязку и посмотрела на него. И Гандхари, она увидела, что он обнаженный, но нижняя часть покрыта была. И она сказала: почему ты закрыл? Она сказала: Кришна меня пристыдил. И тогда она реализовала. Конечно, без желания Кришны ничего не может произойти в этом мире. Все происходит по желанию Кришны. И тогда Гандхари сказала: твое тело, оно сейчас подобно железу, но только вот эта маленькая часть, она будет, нижняя часть, она слабая. И тогда Дурьодана сказала: мама, не беспокойся, в моем последнем сражении, вы знаете, я буду сражаться с Бхимой. И поэтому это правило этого сражения нельзя, только верхняя часть должна быть задействована в сражении. Вы знаете, когда Бхима, он в последний момент, он сражался с Дурьоданой, в этот момент Бхима был очень сильный, но он пытался сразить Дурьодана, но Дурьодана был подобен железу. Он сказал, что Дурьодана, Бхима, он пытался убить Дурьодана, но ничего не происходило в сражении. И тогда Бхима, он даже устал, но ничего не мог сделать. И в конце Шибаладев Прабху, он также явился там. Они оба являлись, Дурьодана и Бхима, они являлись Шиши, учениками Шибаладева Прабху. И Кришна сказал: о, Бхим, ты должен всегда, ты все время должен думать о своих корнях. И тогда Бхима, он, памятуя о Дропаде и все, что с ней произошло, он очень разозлился, и он что-то в этом, и он ударил его как раз вот там, где бедро, ниже вот эта часть. И Баладев Прабху, который пришел также. И Баладев Прабху, он хотел поправить Бхиму, своего ученика, но Бхиму не послушался, он сказал, что Дурьодана, он столько принес несчастье пандавам, и в этот момент он ослушался. А Дурьодана, он убил Абхиманию. Не Абхиманию. Когда он был в одиночестве, он убил его. Шри Кришна.
сказал, почему же Баладев, и они начали спорить, Кришна между собой, и Баладев Прабху, они начали спорить, и он сказал, Кришна обратился, почему ты пришел в самом конце, когда уже все было закончено, почему ты не пришел раньше, и тогда, когда пандавы, они так страдали от всего того, что происходило, и то, что сделал Дурьодана. И если вы вимок, если вы не совершаете, если вы не совершаете служение Господу, вы будете в таком же положении, как Дурьодана. Он имел все царство, он имел могущество, все, но сейчас он лежал на земле и сраженный, кровь текла из его ран. И он был совершенно беспомощен. И какие-то насекомые, они слетались, и они пили его кровь, и его плоть. Он лежал совершенно беспомощный. И он горько-горько рыдал. Шватама пришел, чтобы встретить своего гурудева Дурьодану. А Шватам сказал, о Дурьодана, перед смертью у тебя есть какое-то желание. И тогда Дурьодана сказал, у меня 100 братьев, и они все погибли. Ну, пандавы пятеро, никто не погиб. Я хотел бы хотя бы одного пандава наказать, убить его. Ашватам далее продолжил, не беспокойся, я всех пятеро пандавов убью. И, пожалуйста, поставь мне тилак. И он поставил ему тилак на лоб. Ашватам сказал, ты сделал это санапати. Санапати ты сделал всем остальным, почему не мне? И он сделал ему тилак, специальный тилак поставил на лоб. Почему? Потому что вообще на самом деле кровь является тамагуна. Тамагуна. Поэтому если вы, например, сделаете такое тилак браману, у него мозги совсем разрушатся. И вот он сделал ему этот тилак из крови, своей собственной крови. Это Шватама. Все пандавы были в тот самый вечер очень счастливы. Война закончилась, но Кришна узнает обо всем, что Шватам придет. И что Шватам, он придет с целью, намеренно, чтобы убить пандавов. И Кришна взял всех пандавов и увел в лес. Кришна, он знал обо всем, поэтому хотел спасти пандавов. Он увел их в лес. Ашватам, он увидел, как-то спящую птичку, которая, я не знаю, как-то, в общем, была отрезана голова у которой во время сна что-то произошло, и у него идея пришла такая, он подумал, я отрежу их головы, и он взял, он хотел. Тут история связана с деревом Белфрут. Однажды
Ашватама. Ашватам, он взял этот плод этого, и он бросил Шиваджи, который находился там. Почему Шиваджи, у него было намеренное желание уменьшить население, популяцию в то самое время. И Шиваджи, он дал специальную астру, такое оружие, Ашватаме. И этим оружием очень легко Ашватам, он отрезал головы 5 детям пандавов, которые находились в то время в том месте и спали. Почему? И он собрал эти все головы детей пандавов. И он собрал их в мешок и отправился опять в Дурьодане. И что там сказал? О, Дурьодана, ты хотел, чтобы я убил одного панду? Я убил всех 5 пандавов. А, Дурьодана. Когда эта ситуация произошла, Дурьодана испытывал счастье одновременно, то есть у него было определенное состояние. Когда он услышал о том, что 5 пандавов, он расправился с ними, он был очень счастлив, и он сказал: «Послушай, первое, дай мне голову Бхимы». Дурьодана взял эту голову, и он хотел ее просто смять эту голову своими руками очень сильно. И он реализовал, что это на самом деле голова не Бхима. Бхима, потому что он его голова была большая, и он был очень, эта личность была героическая, но когда он взял эту голову, и в этот момент молния осветила он увидел в своих руках голову сына Бхимы. И он сказал: «О Ашватам, ты убил этих маленьких сыновей пандавов. Ты истребил и всю семью пандавов, детей. У нас не было детей, а у них были дети, и ты убил их. Кто же будет, сейчас же убирайся, кто первый шрадху совершит». И почему? Потому что состояние, когда он будет счастлив, одновременно несчастлив, это было состояние, в котором он должен был уйти из мира. И в этот момент, когда он был счастлив, а потом он так огорчился, увидя ошибку Ашватамы, и эти два состояния, в которых он находился, одновременно он был счастлив, но когда он увидел, что вместо пандавов были убиты их сыновья, он очень опечалился, и в этот самый момент он покинул тело. Ашватама, он сказал это, он подумал: «Арджун, он убьет меня», и он побежал. В это время Дропади горько рыдала, она плакала. И Арджун обратился к ней: «Дропади, не плачь, я убью этого Ашватама». И его кровью я умою. В это время Ашватам, он находился на колеснице, убегая от Кришны и Арджуна. Арджуна, он также, Кришна, он вел колесницу, на которой находился Арджуна, и они преследовали Ашватама. В этот момент одна из лошадей упала на колесницу Ашватама, она погибла. И вот в этот момент он решил использовать брамастру. Этого не знаете, это как атомная бомба. Она может разрушить весь мир. Он использовал брамастру, но она возвращалась. И Арджуна, он также бросал.
он знал, Арджуна знал, как предотвратить эту брахмастру, и которую он бросал эту брахмастру, она обращалась, она возвращалась обратно. Но Друпади, она имела очень мягкое сердце, когда она увидела Ашватама, который являлся сыном Драначарьи. Друпади сказала, вот, произнесла: «Пожалуйста, оставьте его, не надо его убивать». Когда они привели его, почему? Потому что природа, она имеет особую природу, как состояние. Они всегда удовлетворены в своем сердце. И поэтому Друпади, когда увидела Кришну Арджуна, которого привели Ашватама, она сказала: «Оставьте его». Потому что сын, он ничем не отличается от отца, а его отцом является Драначарья, он является вашим гуру. Пандав сказал: он не гуру Путра, он является негодяем, мы должны наказать, убить его. И Арджуна уже был готов, он размахнулся, чтобы убить этого Ашватама. Но Кришна в этот момент он обрел четыре руки и двумя руками. Он держал двумя руками он оставлял Арджуна, а двумя руками он успокаивал Дропади. Каким образом он наставлял Арджуна? Он сказал: «О, Арджуна, этот браман, Ашватама, он являлся браманом. Кришна, он не мог убить брамана». И таким образом, поймав Ашватама, он удовлетворил сердце Дропади и Пандавы. Но Кришна, он сказал Арджуне: «Ты не можешь убить брамана, потому что брамана, они являются религиозными и по своей природе, и поэтому Арджуна, он продолжал держать. Вы знаете, но вот если обесчестить брахмана, это подобно смерти, это смерть этого брахмана. И даже более чем смерть, обесчестивание, и они отрезали ему. Отрезали шикху, что-то такое, что у него, что-то было связано. То есть Кришна, он взял меч, и он его обрил, его волосы наполовину. В четырех местах он оставил волосы, остальные он сбрил. Это как бы является обесчестием брахмана. И хотя Ашватама, он еще находился рядом с ними, и вы знаете, что есть в деревне, где-то в каком-то месте, а что там, он до сих пор находится в этом материальном мире, и он находится. И у него на голове такая какой-то, когда они обрили его, в одном месте они оставили такое какое-то углубление, из которого течет постоянно струйка, и течет кровь. Они муками напрягли. Там где-то третий глаз в этом месте. Да. А вы знаете, что в тот момент, когда он хотел убить Парикшита Махараджа, который находился в лоне своей матери Утары, пятеро пандавов,
То есть они имели способность противостоять Брамастре, когда Кришна уже готов был оставить Двараку, он уже стоял одной ногой на колеснице, а другой на земле. И все. В этот момент в это время Утара, она приблизилась к Кришне, она сказала: «Спаси меня, Кришна, потому что в моем лоне находится ребенок, но сейчас я чувствую такой жар, что сейчас я оставлю тело, и мой ребенок погибнет». И Кришна, он провел, сделал такой... И хотя Парикшит Махарадж уже был готов погибнуть в лоне матери, но Кришна с помощью своего взгляда, который проник в этот момент, он защитил его. И поэтому Парикшит это означает, также особое значение имеет. Парикшит это тот, который постоянно ищет Кришну. Почему? Потому что когда он родился, он все время думал: а где же этот Кришна, который спас меня в лоне матери, когда я должен был погибнуть? И раньше мы слушали о том, кто такой, кто является истинным бхактом, бхактой, бхакта, который слушал Шримад Бхагаватам. Сейчас я рассказала немножко о Парикшите Махараджи, прежде Ашокадеви Госвами, сейчас о Парикшите Махараджи, о том, кто повествовал Шримад Бхагаватам, и тот, кто слушал. И когда тот, кто квалифицирован повествовать Бхагаватам, и тот, кто квалифицирован слушать по-настоящему Бхагаватам, они обретают духовное благо. Парикшит, он имел даршан Кришны, когда находился в лоне матери, своей матери. А Шукадев Госвами являлся попугаем самой Шримати Радхарани. И вот поэтому в таком качестве они, один из них давал Бхагаватам, а другой слушал. Харе Кришна. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.